Рассказать об истории праздника и традициях, сделать творческие поделки и рисунки. В день ВДВ в Химках в региональном ресурсном центре провели мастер-класс для детей. В творческом вечере приняла участие муниципальный депутат Юлия Мамай. Мне кажется, это один из таких легендарных дней. И, наверное, практически каждый мальчишка в детстве мечтал быть десантником, ну или хотя бы один раз прыгнуть с парашютом. Воздушно-десантные войска России по праву относят к элите вооруженных сил страны. Традиция празднования Дня ВДВ берет свое начало в 1930 году. Андрей Липанов, Александр Сергеев. Новости Химки ТВ.